Этот год в России объявлен годом экологии. Региональную экологическую премию «Экодело-2017» в Ульяновской области презентовали впервые. Участие в конкурсе бесплатное. Проходит он в два этапа. На первом экспертный совет отбирает работы с фактически подтвержденной информацией и соответствующей тематикой. На втором – лучшие проекты. В рамках этой премии может принять участие как пенсионер своим проектом по благоустройству и экологическому развитию того же двора, как школьник. Первый наш этап в рамках этой премии – все-таки такие проекты собрать, вовлечь в это также, как я сказал, партнеров потенциальных и в каждой номинации с учетом специалистов выявить те проекты, которые можно поддержать. Я думаю, что все проекты, которые даже не победят в этой премии, найдут свою поддержку в последующем. Всего 8 номинаций «Экологическая инициатива». Здесь участниками могут стать иностранные компании с проектами по охране природы в нашем регионе. Экологическая сказка, стихотворение или проза. Экологическое образование, экология в промышленности, в сельском хозяйстве, среди СМИ, экотуризм, экоперсона. И специальная номинация губернатора Ульяновской области «Эко-семья». Основной целью, наверное, нашей премии является все-таки объединение бизнеса, населения, правительства Ульяновской области именно в решении проблем, направленных на улучшение экологической обстановки в регионе. Призовой фонд конкурса – 2,5 миллиона рублей. Заявки на региональную экологическую премию «Экодело-2017» принимаются с 1 апреля по 1 августа этого года. Премию предполагают сделать ежегодной.